Приветствую вас. Смотрите. Во-первых, проблема вашей дочери требует тщательного исследования. Потому что не совсем понятно, что произошло. Я имею в виду с вашей дочерью, что произошло. То есть, это может быть просто подростковый возраст, например. Это может быть какая-то трудность, просто вот трудность, связанная с вашей жизнью или жизнью вас обоих и так далее, да? То есть, тут нужно исследовать, во-первых, из-за чего появились проблемы вашей дочери. Можно направить ее к детскому клиент-центрированному психологу. Я повторюсь, к детскому клиент-центрированному психологу. Не к классическому детскому психологу, который работает через тест, например, а именно клиент-центрированному психологу. Вот. Там ребенок сможет просто разобраться лучше в своих чувствах, вот, и сможет лучше понять, сможет понять себя, может быть, лучше сможет разобраться в себе, то есть такая вот история. Вот. Соответственно, это первый момент. Значит, второй момент. Вы. То есть, то, что с вами происходит. То есть, то, что в вашей жизни сейчас происходит. Мне кажется, это очень... Очень важный момент. Если в вашей жизни сейчас что-то происходит, что-то негативное, то с этим нужно разобраться. Вот. Такая вот история. Ну, с этим можно и нужно разобраться. Вот, в принципе, так. Такая вот история. Такой момент. Это вот то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить. Это вот просто исходя из тех моментов, да, которые вы описали. Вот.
то, что вот, исходя из тех моментов, которые вы описываете, вот так вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Вот так. Всего вам доброго.